Твери прошли мастер-классы и лекции, призванные привлечь внимание к проблемам экологии. Организатором выступила недавно созданная автономная некоммерческая организация «Культурно-экологический центр «Зеленая Тверь», а партнером мероприятия стал Центр развития молодежных волонтерских программ Тверского госуниверситета. Экофестиваль направлен на популяризацию экологической культуры в нашем регионе и повышение грамотности среди детей и молодежи Твери. В фестивале «Зеленая сказка» приняло участие более 30 человек разных возрастов. На мероприятии работало несколько площадок. Новогодний квиз, эко-новый год, виртуальная экскурсия «Зимняя сказка», мастер-классы по созданию новогодних сувениров, из тур-сырья и многое другое. Вопросы гармонизации, взаимодействия человека и природы с каждым годом становятся все актуальнее. И активисты намерены продолжить свою деятельность по пропаганде бережного, внимательного и ответственного отношения к окружающей среде.